Привет, дорогие друзья! Хотел бы поделиться своими новым приобретением, которое заказывал на AliExpress в Китае по ссылке. Точнее, это были кольца для голубей, для их номерования, кольцевания, знать кого от кого-то, как я веду журнал учета голубей. И часто нужны именно номерные, именные кольца, чтобы находили свои голуби потом. Для этого я заказал на сайте AliExpress вот такие вот маркеры 10 размера, 10 миллиметров. Также и заказывал там 8 миллиметров еще кольца, сейчас тоже их покажу вам. Вот, что хочу сказать. Пришли они ко мне достаточно быстро, по цене всего лишь они обошлось мне по 2,5 рубля. Ссылку отброшу в описании и на все кольца, которые буду сейчас показывать вам. Именно сегодня с вами поделюсь. Как бы товаром я доволен, как бы кольца не ломаются, не выгорают, и ну качество достаточно приятное такое к этому самому. Там есть 4 цвета, если именно номерные. Есть просто миксовые 8 миллиметров, и также я еще 8 миллиметров заказал катанные кольца, которые сейчас вам покажу, алюминиевые. Вот, 2 секунды сейчас покажу. Вот кольца тоже, но только 8 миллиметром, тоже заказывал в Китае. Качество нормальное, особо так не выгорает, на 2-3 года хватает. Как бы заказывал там неоднократно, брал еще другие ссылки, тоже сброшу. Брал вообще хорошие кольца, они блестят хорошо, переливаются, тоже маркеры съемные. Но этими тоже я был доволен, тоже ссылку оставлю в описании. Сейчас я покажу вам, еще я брал вот такие вот кольца. Вот покажу. На Алиэкспрессе катанные. И те, которые вы видите, вот тоненькие, это я делал сам. Из трубки 8 миллиметров купил в Леруа Мерлене. Она стоит буквально 20, сейчас, чтобы не соврать, 52 рубля она стоит. Метровая трубка 8 миллиметров. Нарезал труборезом, она легко режется. Нарезал труборезом кольца. С одной трубки у меня вышло больше 200 колец. Поэтому как бы тоже и выгодно, и по крайней мере их уже никто не снимет. Конечно, с дури можно хер сломать, но... Если было бы только желание, как говорится. А сломать можно все. Так вот, как я говорил, то, что срезать, конечно, кольца можно в дуре. Но качество получается лучше, если ты сделаешь, конечно, сам. Своя рубака, рубаха к жопе ближе. Поэтому с правой стороны вы видите кольца, которые я делал самостоятельно. Делал именно труборезом, что я говорю, покупал. В Леруа Мерлен трубку. Вот, еще раз повторюсь. И с левой стороны, которая стоит, это катаны с Алиэкспресса, с Китая. Я заказывал, там их можно заказать 4 цвета. Красный, желтый, зеленый, синий. Но скажу вам, лучше выбирать однотонные, потому что краска очень быстро с крашеных слазит, так как это алюминий, на них она... Вот практически не сидит, быстро ее царапает, краска облучивается. Но вот такие вот серебристые кольца под цвет алюминия, конечно, очень мне понравились. На голубе сидят красиво, но только нужно не пропустить в момент, когда его вовремя одеть, так как кольца эти столбовые высокие. И если голубенка немножко пропустить, то можешь палец потом уже не вытащить последний. А вот эти, которые с правой стороны нарезал, я еще раз повторюсь, трубку, и все прекрасно. Голубя не снимешь. Также я сейчас еще вам покажу кольца, которые заказал тоже на Алиэкспрессе. Тоже они номерные. Они только единственное, что они идут от одного. Ну, получается, от их 100 штук идет уже в наборе. Но они единственное, что с годом. Указан год. Там, в принципе, можно договориться с продавцом, который будет вам продавать эти кольца. Можно сделать и по вашему требованию. Написать что угодно можно. Только заказать придется их не 100 штук, а чуть-чуть побольше. Вот, с номером телефона и прочее. Ну, вот такие вот кольца. Это я вот тоже заказал на AliExpress в Китае. Кольца 8 миллиметров, алюминиевые, катанные в пластике в этом. Как бы они идут там тоже с большой нумерацией, шестизначная нумерация идет. Год там указаны именно эти. И как бы качеством я доволен. Доволен почему? Потому что пластик, ну, цвет не выгорает, долго держится хорошим. Не то, что вот я заказывал на Украине себе именные, заказал кольца. Полное говно. Выленили они, еще не успев сесть на голубя. Висели под навесом у меня возле голубятни. Делал триколор, трехцветное, но... Полная шляпа выгорела моментально, не успев начался племенной сезон. Ну, как бы я одеваю на голубе, но качеством я недоволен. А вот именно синими голубыми, там есть тоже 4 цвета их, этих именных, которые в Китае. Я заказал себе именно синий, сейчас буду заказал себе еще зеленый. Пришли они достаточно быстро, в течение 20 дней, где-то 18-20 дней.
Ну и как бы и на ноге тоже сидят голуби красиво и хорошо. Все ссылки я напишу вам в описании, так что если что, переходите ссылки, приобретайте. А, еще забыл что сказать. Синее кольцо, которое я заказывал на Алиэкспрессе, покупал я по 4 рубля. Ровно, ну там 4 с копейками буквально. Я за 100 штук отдал 419 или 420 рублей. А вот это говно, которое покупил по заказу, так как мне сделали там, ну, на Украине я делал заказ у одного человека. Вот. Я давал за него 12 рублей, но я этой хиромантии, еще раз повторюсь, недоволен, потому что она выгорает и сидит на голубе, как будто, ну, полная херня, короче. В общем, всем желаю всего хорошего, всего наилучшего. С вами был Паша.